Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как работать с форматом статья в социальной сети ВКонтакте. Итак, для того, чтобы работать с форматом статья, вы заходите на свою личную страничку. Вот. Что у вас нового в новостной ленте? Вы хотите, допустим, опубликовать статью. Выглядит она вот так, буковка Т и текст идет к ней. Щелкаем статья. Здесь вы видите у нас название статьи. Например, напишем «Моя статья». Далее вы можете написать любой текст. Например, «Моя первая статья». Что вы можете с ним сделать? Если вот так его выделить, можно сделать текст жирным шрифтом. Можно сделать наклонным курсивом. Можно сделать перечеркнутым. Мне очень нравится эта функция, потому что она есть не во всех редакторах. А можно добавить ссылку. Ну, допустим, я хочу добавить ссылку на свой сайт, нашедети.ру. Добавляем, нажимаем Enter. Все, теперь если кто-то будет нажимать на слово «Моя первая статья», он будет автоматически попадать на мой сайт. Уберем. Можно сделать здесь также, если вот это у нас был заголовок, можно сделать подзаголовок. Видите, он не такой жирный, не такой большой шрифт, это подзаголовок. Можно сделать подзаголовок, да? Если это слишком большой для вас текст, вот так. Очень удобно, да? Можно печатать чуть ли не целые книги или реферат. Можно сделать вот так. Кавычки. То есть, если вы начнете печатать что-то дальше, да, какой-то текст, вот так он у вас будет выделяться сплошной вертикальной чертой. Еще можно вот так разделить. Хорошо. Что еще? Теперь, смотрите, когда вы нажимаете Enter, у вас появляется значок плюс, то есть добавить. Вы можете добавить любую фотографию, например, из своего фотоальбома. Да? Либо вы можете загрузить фотографию с компьютера, либо сделать снимок с веб-камеры. Хорошо. Можно добавить видео. Также из тех, которые у вас уже имеются, ваши загруженные лично вами, да? Хорошо. Еще можно добавить музыку из тех композиций, которые у вас есть, либо выбрать из других плейлистов. Можно добавить GIF-анимации, если вы какие-то уже загружали, например, да? Либо можно разграничить ваш текст как бы главами, да, таким значком. Ну вот, в принципе, у меня все. Надеюсь, что я помогла вам разобраться хотя бы маломальски с тем, что такое статья. Для того, чтобы публиковать ее, вы щелкаете на публикация. Здесь вы можете изменить ссылку. Вот написано уже «Моя статья», автоматически можете назвать ее так, как вам будет угодно, да? Обложка, загрузить изображение. Поскольку сейчас у меня нет ни одной фотографии, я могу загрузить изображение. Обычно то изображение, которое вы ставите первым, оно будет как обложка. Но если вы хотите ее поменять, вы всегда можете зайти сюда и загрузить то изображение, которое вам нужно. И прямо на нем будет написано название статьи, например, моя статья. Сохранить и публиковать. Ну, в принципе, у меня все. Пока.